Вот так мы подчистили лишние бровки, чтобы это все смотрелось сразу аккуратненько. А теперь готовы приступить к эскизу. Желание, я так поняла, что охота чуть толще. Перманентный макияж – это должна быть база, которую вот ваше лицо. Вы проснулись, встали, и вы хорошо выглядите. Согласно последним тенденциям, согласно вашему образу. Если вы захотели поярче или поинтенсивнее, вы взяли и накрасили, нанесли себе макияж. Но перманентный макияж мы не будем злоупотреблять им и сделаем настолько естественно, чтобы было непонятно, что это. Конечно, форма и пожелания останутся, как вы хотите, но мы не будем перегибать палку. Договорились? Зря, да. Чуть-чуть, чтобы это было мягче, более женственно, иначе мы будем слишком сурово смотреться. Хвостики чуть-чуть потолще сделаем. Сейчас как раз очень модно толстые брови, но они модны не только сейчас, уже некоторое время наблюдается интерес и спрос в таких бровях. Ну, вы являетесь обладательницей хороших бровей, то есть есть от чего толкнуться. Но я бы остановилась все-таки на холодном коричневом темном. Я тоже так думаю. Вот, единственное, я бы чуть-чуть бы сделала капельку молочного шоколада, прям даже пол капельки, чтобы совсем холодность убрать. Вот, ну что, готовы? Да. Приступим. Студия максимальной красоты. Здесь поддерживается правило: хороший татуаж – это когда его не видно. То есть посторонний человек никогда не увидит, что у девушки перманентный макияж бровей. Максимально естественный вид, никаких посторонних цветов, никаких диких форм – все это здесь. Смотрим. За счет анестезии мы размягчается эпидермис, и вместо того, чтобы просто туда... Просто выливайте еще сладкое на напилку. Одна есть. Бам! Значит, промываем хлоргексидином два раза в день, утром и вечером, с наружной и внутренней стороны. Отгибаем и промываем. Хорошо? Хорошо. Сережки не стягиваем, не снимаем две недели. Через две недели, если все хорошо, можно менять другие сережки. Если вдруг что-то начинает выделяться, что неприятно, можно на ночь использовать левомиколь мазь. Договорились? Хорошо. Это с собой. Здравствуйте, меня зовут Ева Басырова, мне 22 года, и я участница телепроекта «Идеальная женщина» на MTelevision. Я занимаюсь таким хобби, как танцы, боди-дэнс и различными другими, например, конным спортом. Я попала на этот проект для того, чтобы заняться своим саморазвитием, также узнать очень много для себя нового и открыть себе таланты. Наконец-то узнать, что такое идеальная женщина. Сегодня, Ева, тебе делали татуаж бровей. Расскажи, пожалуйста, понравилось, не понравилось? Да, безусловно, мне понравился салон. Также и услуги, которые он предоставляет. И сам мастер был очень внимательный и очень любезный. Мне очень понравилось то, как она отнеслась к моей проблеме, точнее о том, что я не могла найти долго мастера по татуажу.
Она все измерила, все просмотрела, измерила, как должно все смотреться на моем лице. То есть она подобрала все так же, как, чтобы мое лицо открылось, глаза поднялись. Волосок к волоску, все так аккуратно, красиво все сделали. То есть я очень благодарна Наталье, это супер-пупер-мастер. Я очень желаю, чтобы девушки вы пришли именно в этот салон, использовали процедуру, которая используется именно здесь, так как мастер квалифицированный и получил очень много наград. Я сама пример того, что сюда можно прийти и получить удовольствие, и выйти отсюда уже более красивой. Студия безусловной красоты предлагает весь спектр процедур по уходу за собой. К вашим услугам. Высококачественный ПМ, контурная пластика, мезотерапия. Наши косметологи проконсультируют вас, ответят на все ваши вопросы по домашнему уходу, предложат профессиональную продукцию европейского качества. Здесь делают пилинг, проведут омолаживающие аппаратные процедуры, массаж лица и тела. У нас можно нарастить ресницы, художественно оформить брови, сделать все виды депиляции, маникюр, педикюр. Победительница проекта получит путевку в жаркую страну от компании Ledo Travel. Ну а в какую, вы узнаете это на ежегодной премии «Признание года», которая состоится в декабре. Эту интригу мы решили сохранить до конца, но точно можно сказать, что это будет незабываемый отпуск на целых 7 дней. Движение – это жизнь. А движение при правильно подобранных упражнениях – это не только жизнь. Это здоровье, красота и уверенность в себе. Дорогие девушки, я рад вас приветствовать в нашем зале, который называется Strong CrossFit, в котором вы сегодня попробуете тренировку по кроссфиту. Да, в двух словах немножко расскажу, что такое кроссфит. Кроссфит – это постоянно меняющиеся функциональные движения, выполняемые с высокой интенсивностью. Кроссфит использует в своих тренировках три вида нагрузок. Это силовая нагрузка, в которой могут включаться упражнения из тяжелой атлетики, пауэрлифтинга, гиревого спорта и вообще любые перемещения предметов на расстоянии. Также второй вид нагрузки у нас кардио. Это может быть скакалка, бег, гребля, плавание, велосипед и любые кардио нагрузки. И третий вид нагрузки – это гимнастическая нагрузка, работа со своим весом, упражнения на турниках, кольцах и тому подобное. На тренировках все эти три вида нагрузки перемешиваются и выполняется с высокой интенсивностью. И получаем мы на выходе человека, подготовленного ко всему, который может все. Готовы стать такими? Все, поехали! Смотрим на меня и повторяем. Опустили пока палочку вниз. Разомнем шею. Делаем наклоны вправо-влево. Стараемся ухом коснуться плеча. В кроссфите разминка является очень важным элементом, чтобы не получить никакую травму. Повороты вправо-влево. Берем палочку за спиной. Обратным хватом. Как у меня. Ага. И делаем прокручивание вперед. Также локти не сгибаем. Если не получается, то берем пошире. Делаем наклоны вперед. Поясницу натянули, отводим таз назад, опускаемся до параллели с полом. Коленочки можно слегка согнуть. Сгибаем чуть-чуть. Добавляем движение коленями к противоположному локтю. Такое скручивание. Корпус наклоняем, касаемся коленом локтя. Очень веселое упражнение, да? Так, закончили. Закончили, палочку положили. Вращение корпусом. Разминаем спину. Закончили. Руки на бедрах, вращение тазом. Голова, ноги на месте, вращается один таз. Посидели, покачались, поясница натянута. Поперекатывались ноги на ногу. Закончили. Опять вернулись в сет.
И такое вот интересное упражнение. Сводим колени, разводим максимально назад. Таз не поднимаем, стопы не отрываем. Очень хорошее упражнение для растяжки. На этом наша разминка закончена. Палочки убираем и приступаем к основной тренировке. Первое у нас упражнение будет 6 зашагиваний на коробку. Встаем полной стопой на коробку. Выпрямляемся полностью на коробке. Спускаемся. Шагаем с другой ноги. И делаем так 6 зашагиваний. То есть по 3 на каждую ногу. Сделали 6 зашагиваний. Спустились с этой стороны. Садимся на коврик. Подушечку прижимаем вот тупым концом к пояснице. Ноги в позу бабочки. Исходное положение у нас. Руки за головой касаются пола. Конечное положение. Руки касаются пола за ногами. Далеко не нужно тянуться. Буквально здесь рядом. Здесь мы делаем 10 раз. 6 зашагиваний, 10 пресс. Опять делаем 6 зашагиваний. Это одно зашагивание? Да, это одно. Всего 6. Сделали 6, спустились. Ложимся на живот. Ножки вместе. Ладони параллельно. Отрываем грудь и бедра одновременно. Вверху небольшая пауза. Также 10 раз, как и пресс. Опять делаем 6 зашагиваний. Сделали. Подходим к кольцам. Ставим стопы примерно на уровне перекладины. Откидываемся назад. Встаем на пятки. И делаем подтягивание до касания кулаками груди. В верхней позиции сводим лопатки. Так называемая медвежья походка. Тоже часто применяется в тренировке кроссфит. Опираемся на 4 конечности и идем. Доходим до конца. Встаем в очередь и повторяем все то же самое 5 раз. Делаем спокойненько, никуда не спешим. Поехали! 6 зашагиваний. Ну, на этом, девушки, наша первая ознакомительная тренировка по кроссфиту закончилась. Надеюсь, вам понравилось. Да! Ждем вас снова. Дальше будет еще интереснее. Стронг Кроссфит – один из самых больших специализированных кроссфит-залов в Уфе. Все занятия проводятся под руководством грамотных специалистов. У нас имеется все необходимое оборудование, а значит, здесь вы получите настоящий кроссфит. Такой, который полюбили сотни тысяч атлетов за 15 лет существования кроссфит. Вы сможете представлять клуб на различных кроссфит-событиях. Ну а если спортивная слава вам чужда, просто тренироваться в теплой дружеской атмосфере, которую мы всеми силами стараемся создать и поддержать. Надоел скучный фитнес? Хочешь быть красивым, сильным и выносливым одновременно? Тогда тебе к нам. Стронг Кроссфит. Специализированный зал кроссфита в самом центре Уфы. Проспект Октября, 33. Телефон 266-61-52. До сегодняшнего дня я не знала. Я видела только классные фотки в Инстаграме людей, которые занимаются кроссфитом с хорошими, шикарными фигурами. И всегда хотела как-нибудь... Когда будет время сходить попробовать на занятия? Занятие очень понравилось, но немножко тяжело для неподготовленных людей. Но я думаю, к концу нашего проекта мы будем легко выполнять все программы, да, и занятия, которые нам дают. Привет, меня зовут Анастасия, мне 32 года. Я люблю активный образ жизни, люблю танцы, встречи с друзьями, йогу.
не люблю скуку. Именно поэтому я пришла на проект, чтобы попробовать для себя что-то новое, познакомиться с новыми людьми и обрести новый опыт. Пока!